Сегодня ночью в Артеме произошел масштабный пожар. В результате возгорания практически уничтожена мансарда жилого дома по улице Кооперативная, 4. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По информации МЧС, жертв и пострадавших нет. Сообщение о том, что загорелся многоквартирный дом по улице Кооперативной, поступило в Артемовскую пожарную охрану в половине третьего утра 6 февраля. Дом находится рядом с пожарной частью, и тушение возгорания началось уже буквально через несколько минут. Горела кровля и верхние этажи дома. Сразу же началась эвакуация жильцов. Пожар удалось локализовать лишь к 7 часам. Жильцов пострадавших квартир временно разместили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и организовали для них горячее питание. В связи с этим в администрации округа прошло экстренное заседание КЧС.